Открыть его! Максимум скорости. Граната! Максимум. Блять. Друг друга стреляли в 2 метрах, не могли попасть. Что происходит? У меня скорость была включена. Просто в лоб машина влетел. Так, кто из вас выжил? Ты, да? Быстрее, чтобы поднимать сюда. Когда я не спрыгал с третьего этажа? Максимум сил. А? Максимум брони. Ну, давай попробуем. А ты крепкий парень. Будяка. Ты не противник. Чё, блядь? О, крабики, крабики. Опа. Блин, крабом кого-нибудь убить сейчас. Ладно, будем запускать как птичку. Лети. Блин, а чё ты сдох-то? Он не сдох, он плавал. Максимум брони. Ты чё? Максимум силы. А ну, подвинься. Дай пройти. Ну, дерево. Уйди с дороги. Я верю в тебя, машинка. А теперь я верю в тебя, что ты выживешь. Нет, сохранение! Серьезно, нет, только не это. Тихо, живи, живи! Ебать, самый быстрый спуск, наверное, за всю историю. Кто-то приехал, кто-то стреляет. Максимум силы. Максимум брони. Так, ага. Выцеливаем сейчас, знаете, снайперский выстрел. На 3, 2, 1. То, что снайпер прописал. Маскировка активирована. Я не могу. Что? Маскировка активирована. Привет. Максимум брони. Вот надо смотреть по сторонам, иначе будешь сидеть в машине. Подъем. Не-не-не-не-не, успокойся. Блин, сдох. Быстро. Это тебе больше не нужно, пока. Спасибо за машину, то, что привезли. Я уж боялся, что я нифига не уберу очень. Погоди ты. Максимум силы. Во, смотрите какая. Это же великолепная точка для обстрела. Здесь есть укрытие. Вон, пожалуйста, видите, лежит. Можно вот так вот лечь слева. Пополз прицеливаться. Ой, пожалуйста, хедшот. Это без проблем вообще. На чем ты сдох? Потому что нельзя сидеть на одном месте. А то я пытаюсь, да?
Что происходит? О, гранаты нашел, зашибись. Блин, зря нашел. Стреляем, просто летим и добрый все. Опа, тихо. Стой, стой там, на месте стой. Подойди обратно. Да блин, тварь, иди сюда. Че, блин, лоханулся, да? Не увидел ты мины мои. Давай как в прошлый раз договаривались. Ты стреляешь, я тут патроны собираю. Эй! Они прессуют! Пророк, помоги! Ну да хватит мои-то с патроны сбивать. Я как тебе буду заряжать их? У всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Я буду вооружен. Я тоже не заинтересован, нужен с тобой. Возьми меня сразу. Пожалуйста. Ты слышал приказ, лейтенант? А, спасибо. Ух, пока. Валим отсюда. Ты дверь закройся. Бригаду! Живо! Сам туши! Отставить, номад! На корабле творится черт знает что! Эти твари лезут прямо сквозь борты! Только не сражайся, солдат! Иди сам сражайся, ты виноват! Ты виноват, ты и сражайся, придурок! Можно его кто-нибудь делает? Я, например. Что ты так искоса смотришь? Сам налажал и сам исправляй. Скотина, блин. Почему я его не могу застрелить? Это чувак, который натворил делов здесь. Двери закрыли, лейтенант. Что стоишь? Выбей ее. Да ты вообще охуел, Фрей. Слушай, а если вот этот чувак не выживет, то можно... А? Ну, как бы надо планировать все-таки. Тут война идет, новость произойдет. Да он дышит, походу, нет. Забыл слово. Блин, ну ты если стучишься, стучись до конца-то. Пускай не расслаблять будет. Можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Приоритет заложник, ясно? Ясно. Да. Подходят такие, но деловые. Недостаточно энергии. Ой. Блин, да они ж тут бегали, тут не было ничего, все было хорошо. Граната. И туда идти, да? Так он сдох, почему прямо стрелять не могу? Черт возьми, что там у вас произошло, сынок? Потом объясню. Я на раскопе. Срочно нужен борт. Он уже вылетел, сынок. Мне никогда нет преград. Максимум скорости. Блять! Максимум брать. 2 хп. Он не перепрыгнул бордюрчик. Ладно, пофиг у него. Если бы я еще точный был. Ты-то чё откуда тут? Чудеса. Ай! Ты чё такой горячий-то огонь? Они просто так нагло так... Такой вот у нас крайзис 2007 года. Я не устану тут повторять. Ну, а дальше у нас
Walking Dead финал. Да, это он. И он будет на стриме во вторник. Думаю, начнем со вторника. Ну и всем спасибо за просмотр. А я пошел делать превьюшки.